Всем привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Хакман. Давно мы с вами не стримили. Недельку, наверное. Но у меня тут немножко были дела. Но ничего, мы с вами обязательно наверстаем. Сегодня у нас будет целых два стрима. Сегодня первый стрим — это у нас прохождение Мафии 2. Второй уже будет The Evil Within, сразу после Мафии. Там, ну, в течение получаса, ну максимум часа. Все-таки тоже надо отдохнуть немножко. Так, ну что, поехали. Прохождение Мафия 2. Чуть-чуть там осталось. Буквально там на два стрима, наверное. Томми Д'Анджело. Глава 13. Явление дракона. Квартира Джо, 24 сентября 1951 год. Что, даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам. Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джои. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, Джина, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно. Так, походу сейчас будет контент 18+, да? Так, что ты тут у нас делаешь? Какой-то журнальчик читает. О, он что, ушел туда с ней, что ли? Эй, а мне, а я? Ладно. Балаганчик Барбаро, у вас деньжата, у нас девчата. Вито, это Генри. У нас проблема. Что за проблема? У меня был Эдди. Карло узнал про сделку и прислал Эдди за своей долей. Сколько? 60. Черт, так много! И что нам делать? Не знаю. Нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно. Оба-на. Сейчас буду. Наркота — это дело Джо, такое. Джо, двигаем. Что? Зачем? Пошли, Джо. По дороге расскажу. Дай мне зайти. Че тут? А, блин, тут... Ванна-то здесь. Так. Джо. Комиксы старые. Так, а девка-то куда делась? Так, ладно, хрен с ней. Так, все у нас хорошо, да? Стримчик идет. Нет, этот костюм надоел. Ковбойский костюм, мы его в задницу. Блин, вот этот вот говногалстук. Ну-ка, чё там? Это, ну, какой-то японский якудза. Не хочу. Блин, единственный нормальный костюм. Вот этот. Ладно, погнали. Пока, пупсик. Ладно, девочки, заприте за собой. У нас свита дела. А где еще-то одна? Пошли, дела у него. Так что за хрень творится? Это Генри звонил. Карло узнал про сделку. А, черт. А про нас он в курсе? Не думаю. Поговорим в машине. Блин, опять я не там выхожу. Ну ладно. Надо хотя бы какой-то костюмчик купить. Ну, блин, не с руки это все. Так, что тут? Тут старый драндулет взять. Поехали. Куда направляемся? Линкольн парк. С Генри встречаемся? Ну, да. Ладно, и что он тебе сказал? Так, а куда мы едем? А, ну по дороге там будет. В порядке? Вроде да, но Карло забрал свою долю. Мать. Генри так и говорил, если он узнает. Да. Теперь у нас не хватает денег, чтобы отдать долг Бруно. А, черт. И что же нам, блин, делать? Я не знаю. Соберемся, что-нибудь сообразим. Ну да. Генри придумает что-нибудь. Так, стоп, а мы едем... А, не, у нас ни хрена нет. Давай сюда сначала. Сюда, короче. Заедем за... одежды. Блин, нужна одежда. Я, конечно, не самый это самый. Так, стоп, секундочку.
Сейчас мы чатик сделаем. О, хорошо все. Погнали. Теперь нас ничего не будет отвлекать от прохождения. Так, ну, я надеюсь, там за что-то же поменялось. Йоу, бабуля, не мешай. Так, что тут у вас есть? Для такого, как вы, только лучше на это. Рубашка, брюки. 25 баксов. Это все, сэр? Ну, в принципе. А еще что есть? Так, рубашка, брюки, это неинтересно. Кожаная куртка. Плащ. 82 бакса. Ручная работа. Только лучше для вас, сэр. Ну-ка. О. Уже лучше. А еще что есть? У меня есть именно то, что вам надо. То, что надо? Так, костюм со шляпой. Давайте какой-нибудь вот этот вот возьмем. Все, погнали. Три вещички купили, погнали. Нам больше не надо. Заходите еще. Так, драндулет наш старый. Где Джота? Ты что там заблудился, что ли? Тебе эта зеленая хрень понравилась? Тихо. Так, поехали. Да блин, ну иди ты на своей сраной колымаге. Разъездился. А вот еще, кстати, ну они одинаковые магазины, не вижу смысла еще и в этот заходить. Купили кое-какие вещи, то правда всякая бомжатина уже и лет 20, если не больше. Так. Опять мы в этом Генри парке. В последнее время сам не свой. Прямо... Какого что хрена? Тут происходит? Черт, это Генри! Что там? Чем это они его бьют? Ни хрена себе! Топорами! Ёперный насос! У него пушка! Прикрой меня, Вита! Я прикрою! Молодец, Пита! Охренеть, они его топорами отлупили. Давай, покажись! Охренеть. Мать! Да кто же на такое способен, а, Вита? Да они больные нахрен! Китайцы какие-то. Кто же на такое способен? Я до тебя доберусь! Сам как думаешь? Черт, Генри! Ты глянь, Вита! Все. Ты веришь своим глазам? И денег нет. Охренеть. Бедный реальный Генри. Джо, пойдем. Пора сматываться. Генри, копы займутся. Твою мать. Эй, это же тот тип, что продал нам дурь. Вон! Надо быстро за ним. Ведь людей по-разному убивают. Пули бы хватило, твари. А эти уроды, они на голову больные, Вита. Они, блин, сдохнут. В смысле? Зачем вот так? Прямо посреди парка. Я же сказал, больные. Привет, Рашику. Я их на ихнюю лапшу покрашу. Как сам? Я что хочу сказать. Тихо. Мы же даже не знаем, сколько их там. А? И плевать мне. Черт, он нас заметил, я же говорил. Заметил? Ой, ладно, не уедет далеко. Далеко не уедет. Я тут, блин, недельку не стримил.
очень были большие дела. Скоро еще большие дела предстоят. Короче, жопа. Да, плюс еще устаешь. Как не собака, как стая собак. Продолжай следить. Стоп, а где он? А он этот самый врезался. Черт, он нас заметил, я же говорил. Ладно. Спокойно, таксист, спокойно едем. Окей, едем. Потихонечку едем. Он сам втемяшился непонятно куда. Едет в китайский квартал. Надо же, блин, с какого-то сраного порошка так изувечен человек. Это писец, ничего себе начало стрима, блин. Так, а он куда, вниз уехал? Походу вниз. Или нет? Нет. Мне показывает, что сюда. Давай, 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 нагоняем его быстренько, быстренько. Нагоняем, пока он мне не удрал. Еду я вовсю, еду. Мать, черт возьми, Вита, потеряли! Черт возьми, а. Чуть-чуть осталось. У него пушка. Нагнать его. Давай, мистер Круто! Блин, опять с этой... Я захожу! Ему конец! Ты его достанешь! Ну ты, друг! Да, тебя запусти! Так, ладно, это мы уже все видели. Пропускаем. Погнали сразу. Людей по-разному убивают. Ули бы хватило, твари. А эти уроды, они на голову больные, Вита! Там копы, они, блин, сзади. Сдохнут. В смысле? Скоро зачем шучу. Вот так? Прямо посреди парка. Я же сказал, больные они. Я их на ихнюю лапшу покрошу. Я что хочу сказать? Мы же даже не знаем, сколько их там. А? И плевать мне на это. Эй, Генри уже мертв. Что, хочешь следом за ним отправиться? Надо делать по уму, Джо. Плевать мне, как что делать. Главное, чтобы они все сдохли, уроды. Хорошо, слушай. Их там точно больше, чем двое. И что? Чем больше, тем лучше, мать его. А нас пока что только двое. Можно, конечно, позвонить Карлу, рассказать, что у нас тут творится, и попросить подогнать сюда ребят. Ладно, ладно, я понял. Просто пообещай, что не будешь стрелять во все, что движется. Надо делать все по уму. Понял? Все по уму, да. Игра старая, да, все равно ведь видно, что город живет, он прям реально смотришь. Люди ходят, машинки ездят, что-то происходит. Не, ну это, конечно, не Grand Theft Auto, да? И там реально, ну, то есть можно дофига куда зайти и много что поделать. То есть там штангу поворочить, там еще что-то. Так. А тут ехать точно. Или они просто... Или они, может, просто по другому пути поехали? Или я что-то не помню. Ну да, в китайском квартале мы были. Ну, куда-то заехал в какую-то улочку. О, это же... Точно китайцы. Опа-на. Дракончик золотой. Блин, забыл, на кого. Ну, мы его нашли. Напоминает. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем пойти к Гарри или перебить козлов прямо сейчас. Тебе решать. Разгромите ресторан «Красный дракон». Ну, как бы тут других вариантов нет. Я бы, конечно, подмогу бы вызвал.
Чё, готов? Ресторан. Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос, урод! Чёрт, Джо, можешь меня хоть раз послушать? Не могу! Видел, что они сделали с Генри? Да может там тут смотреть что? Видишь? Почему было просто башкой в пост не стучать? Убери ублюдка за стойкой! Подожди, качай! У него пусто! На тебе, сволочи, дураны! Нашего пацана так развалить, а? Так, а он у меня что есть? А, у меня Томпсон есть. Всех убьем, до единого урода! Так, так вот получается, засранец. Сверху, херня, война. Все, нет там никого. Нет, там не видно. Блин, ты стреляешь, Джо, или нет вообще? Покажи уродам, с кем связались. Черт. Это вам за Генри, подонки. Все что ли? Давай, Вита, быстрее. Быстрее. Так, а где люди вообще? Фарш, нихера себе, бойки какой. Там, в окне! Отлично, осталось трое. Трое? А ты... смотри, считает еще. Как тебе это понравится? Откуда же все эти уроды лезут? Где он там? Туда где-то убежал. Но уроды поняли, с кем связали? Так, еще сзади, что ли? Блин, я не видел. А! Ну вылези сюда. Да смотри, он там в окне. Давай, Вита, быстрее! Быстрее. Тебе-то ничего. Так. Осторожно, там еще лезут! У него пушка! Смотри, вот там! Зря ты со мной связался. Че? Блин, Джо. Ты не пугай так. Так. Вот так, Витя! Всех убьем! До единого урода! Спокоха. Всех-то мы убьем, так подожди. Неохота потом еще раз проходить. Так, тут тупичок. Куда идти-то вообще? Так, патронов у нас хватает. Где-то внизу, походу, да? Такие. Давай быстренько соберем тут оружие. Тут должно же быть. Полно. Все. Куда Джо ушел? А, ты здесь. Ну пошли сюда. Выходи, трусишка! Стохни, мягко! Скажи боссу, я иду за ним! И его сделаем. Так, спокойно. Надо отсидеться. Чуть-чуть. Да ты слабак. Кто слабак? Кто меня слабаком назвал? Чё это там такое? Какая-то тыква. Ну же, мелкие ублюдки! Так. Блин, Джо, ты опять меня... Опять ты меня пугаешь. Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Не лезь ты под пули-то! Напарник, ну куда ты стреляешь? Блин, сейчас бы гранатку она тут пригодилась. Да куда ты стреляешь-то? Стрелять надо по цели, а не по стене рядом с ним. Так. Тут, смотри, кухня. А, ну мы же здесь ходили, точно. MB Gamer, hello, can you speak English? Давай, Вита, So-so. Mafia, he's the best game. Yes, I agree for you. Здоров, я твой новый подписчик. Да, Deadpool, я помню тебе. Best game in world, I love Mafia 2, best game. You the best gamer, best channel game. MB Gamer, thank you very much. I'm glad.
Это не важно, пуль у меня много. Надеюсь, my English is good for you. Так. Открываем. Чё, куда идем дальше? Блин, жизнь меня тут не пригрели. Мы тебя с бабуком зазарим. Чего, зазарим, да? Зазарим, а окей. О, неужели ты кого-то завалил? Молодец. Зазарим кого-то. Так, чё, куда идти-то? Сюда, что ли? Ноу. Ага, вон. Так, что-то тут тихо стало. Где это сяй-масяй? Посясяй. Это что за... Ты чё, друг? Ты в бреду, что ли, в каком-то? Ты, бля, они все спят вообще. Чё там вообще происходит? Они под наркотой, под китайским чаем, походу. А тут чё? А тут ничего нет. Или это лифт? А, это лифт такой. Тихо, Вита. Thank you. С каких это пор ты шуметь не любишь? Thank you too. Слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Так. Тихо и чисто. А тихо и чисто как? Ну, я не знаю, как это может тихо и чисто тут его снять. Никак не получится. Что заснул? Я сказал, надо тихо. Ну а как тихо-то? А, блин, у меня ж кулаки есть. Я и забыл. Я немножко запамятовал. Я надеюсь, там не услышали нас, ребята. Нашли уже? Что происходит? Так, спокуха. Это все меня порадует! Попал! Спокуха, спокуха. Оп, есть. Давай, Джо. Хера себе. Ух ты. Еще один отдал концы. Ёперный насос. Так, давай, зарезерваемся. Ну, займёт. Кого ты там лупишь-то? Ого. Чёрт. Как они резко-то, а? Я смотрю. Так, один. Ещё где? Давай, быстро, пошли! Так, еще сейчас один. Давай, вылезай. Ну все, это последнее. Последнее, видишь, говоришь? Видишь, не так плохо, да? Да, но если нас узнают, и об этом услышит Карло. Поэтому свидетелей не будет. Тут внизу еще наверняка кто-то есть. Готовься. Всегда готов. Always ready. Для наших английских, англоговорящих коллег. Don't thank me. This is my duty. Это твой долг. Окей, MB Gamer, окей. I like Mafia in the first. Ты труп, ты, уродка соглазый! Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Ваш друг был информатором. Ты что? Чего? С катушек съехал? Наш человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасино передал им информацию о нашей сделке. Врешь, сука! Генри? Ты говоришь, Генри был крысой? Да. Он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать, уничтожать собственный завод? Еще одна причина от вас избавиться.
С самого начала от вас были проблемы. Вот как. Ну, теперь все твои проблемы позади. Так где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать. Куда они? Если сейчас ушли. Не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Кто? Что ж, твой выбор. Ты с ума сошел? А чего ты хотел, отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Да к черту, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали. Ну, Джо прям слишком горячий парень, вообще. Безбашенный. Так, что тут у тебя? Ни хрена, да? Так. Ты что это творишь, а? В лифт! Я что творю? Ты что творишь? Взял, развалил бедного пацана. I prefer in mafia in this little character. Боюсь, они не скоро теперь откроются. Было бы время, я сжег бы все к чертовой матери. Так, а тут нет журналов никаких? Нет, тут какая-то одна Витер, наркота. Витер, иди сюда, тут можно выйти наружу. Журнал. Сюда, что ли? Блин, ну пушки-то, стволы-то спрячь. Ну живи-то, валим отсюда! Их слишком много, быстрее, найди нам тачку! Живым не бегом! Я захожу, понял? Ну, ты... Охренеть. Полиция будет стрелять на поражение. Кто-то попал. Векторный насос. А как же нам свалить-то? Блин. Чё делать-то? Хорошо, сбросили. Чё ты сбросил-то? Я-то нихера не сбросил. Ты охренел, что ли, мужик? Твою дивизию, а? Блин, не разобрался. Надо было, наверное, переждать немножко пальца. Мать твою, ну живи, да валим отсюда! Их слишком много, быстрее, найди нам тачку! Хочешь содраться? Дерись со мной! Ты чё, охерел, что ли? Иди дальше, куда шёл. Так, а куда делать? Да он маньяк! Живым не берём! Идите нафиг. Понял. Полиция будет стрелять на поражение. Так. Меня нету. Но они, наверное, сейчас увидят. Охренеть, они сами прибежали. Не, надо что-то другое сделать. Только вот что. Так, они с этой стороны. Может, направо пробежать тут? Мать твою, ну уже Вита, валим отсюда! Их слишком много, быстрее, найди нам тачку! Понял. Идите нахер. Прикрой меня, Вита! Давай, быстрей. Садись давай. Хорошо, сбросили. Отвези меня домой, Вита. Ох и напьюсь. Это так. Было... Это был трындец, да? Ну да. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно на хату, а? Так, вроде от этих... От копцов немножко оторвались. Перекройте дорогу в станции Чайнатаун! Блин, сейчас они еще и что-то сделают здесь. Дорогу будут перекрывать. It is unfortunate that the game is not very famous GTA 5. Yes. Ты всех копов города решил за нами собрать? Кто тебя в задницу укусил? Grand Theft Auto 5 is too great game. Не надо. Будьте крайне осторожны. Черт. Разрешаю открывать огонь. Давай, охренели. Открывать описание. Огонь. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Блин, они еще вас и номер понял. Запилили.
Надо оторваться. Надо оторваться, короче, и машину. Черт, я не туда поехал, да? Ну и фиг с вами. А тут где-нибудь можно проехать, нет? Так. О! Ничего, и огонь открывает. Вообще красавчики. Так, ну мы их тут оставим, короче. А сами поедем. Так. Блин, тормознуть может быть кого-нибудь, потому что сейчас копы опять они сюда-то вылезут по любасам. Вон они. Да черт, откуда вас столько? Иди, мужик, извини, мужик. Сори. Блин, опять это все это. Дайте мне уехать-то хоть немножко. Так. Окей. Идите нафиг, блин. Надо с хвоста скинуть. Ух ты. Ты смотри, вообще безбашенные пацаны. Эй, какого черта? Такого. I don't... Как это сказать-то? Не оторвался. Мать твою, ну уже Вита, валим отсюда! Их слишком погнали. Маленький! Уйди от меня! Вот это может тогда? Попал, ты дурак! Давай быстрее! Шесть бутов, темные волосы, худощав! Черт! Ясно! Машина не тоже. Уйдите нахер! Машину надо поменять. Car need change. Хорошо, сбросили. Отвези так. Меня домой, Вита. Ох и напьюсь. Это был трындец, да? Ну да. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно на хату, а? Быстро, быстро, быстро. Черт возьми, ты смотри, они вообще просто в хламину простреливают. Сейчас. Блин! Мазер. Так, быстро. Так. Блин, мне это не нравится. Не, надо от них оторваться, по-любому. Оторваться надо от них в любом случае. Да уйди ты. О, ты смотри. Отлично, сваливаем отсюда. Сваливаем быстро. Где тут можно? Эта сделка сплошной геморрой. Это ты мне говоришь? Генри мертв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть! Не смей так говорить! Ладно, сперва добудем денег для Бруно. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит, мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать.
Ладно. Ладно, до встречи. И Вита, будь осторожен. О, глава 14. Лестница в небо. Быстро главу «Мафии 2» прошли. Прям быстро. 36 минут всего. Чё, жопа у нас, да? Do you know some of the secrets in the Mafia 2 game because I try poorly on some of the jets and Easter eggs? Ты знаешь, что есть секреты? Вита, ты готов? Вита, ты готов. Похоже, я готов. Ты меня разбудил. Если сегодня не срубим денег для Бруно, нам капец. Откуда мы вот так вот возьмем и вынем 55 штук, а? Не знаю, но в кровати они точно не валяются. Эдди подкинул работенку за хорошие бабки. Правда? Правда. Я заеду через пару минут, так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи. В машине все расскажу. Надеюсь, ни одна из твоих блестящих идей. Эй, я не в духе. Прости, я не хотел на тебя наезжать. Ну ладно, ладно, так ты в деле? Почему бы и нет? Ты когда доберешься? Я звоню из оружейной лавки за углом. Буду у тебя через минуту. Хорошо, давай к заднему входу. До встречи. Так. Что нам тут MB Gamer написал? Надо translate. Знаешь ли ты некоторые секреты в игре Mafia 2, потому что я пробью только некоторые из джетов пасхальных яиц. Ага. Yes, I know. But I walked through Mafia 2 without Easter eggs. Как-то так. Так, надо нам одежду сменить. Так, где наша школьная рубашка? Нет, это не то. Повседневная форма полевая, кожаная куртка. Вот, давай рубашку и брюки возьмем. Окей. Go to Joe. О, на красной тачке. In the red car. Ну. Нифига себе у нас тачанка. Эдди нам дал ее под эту работу. Клевая, а? Садись за руль, у меня до сих пор башка гудит. Едем в Гринфилд. Что, вчера нажрался, что ли? Я тоже заснуть не мог, но бутылочка скотча и без проблем. Ну, мне ничего такая машинка. I like Гринфилд. Red color. Красный цвет мне нравится. Так. Теперь ты мне расскажешь, в чем дело? Мы просто туда доедем, шлепнем одного и уедем. Расплюнуть. Почему? Эдди сказал, это услуга семьи из другого города. Незаконченное дельце. Он мне дал конверт с инструкциями. Сказал, все должно быть сделано чисто и непременно сегодня. Какого черта та семья сама этим не займется? Эдди говорит, они долго его искали и вот только-только нашли. Боятся, что если не поспешить, он опять смоется. Вот его фотография. А что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералам. Ну, значит, заслужил. Погоди-ка. Это значит, он был под программой защиты свидетелей, так? А если ее не сняли? Если и так, нам платят по нескольку штук, так что дело того стоит. А ну, как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас позарез нужны, верно? Так что выполним заказ, потом разделимся и поищем что-то еще. Ладно. Тут сказано, надо еще что-то сказать, а потом валить. Вот. Я понял. И да, если увидишь Эдди, ни слова про вчерашнего. Нас там не было. Последний китаец, которого мы видели, лапшу продавал, понятно? Да. Ты что, меня за идиота держишь? Ну, тут присяжные еще совещаются. Главное, не проболтайся, вот и все. По-моему, мы сейчас едем валить Томаса Анджело. Yes? П-2.
потому что в конце первой мафии они приехали, короче, и развалили главного героя. Так, походу. We go to kill Thomas Angelo, hero of Mafia 1. Yes? MB Gamer. Блин, как я плохо говорю, наверное, по-английски. Наверное, если вот реально кто-то из английских зрителей, у них, наверное, уши в трубочку сворачиваются. Don't give up concertaining on playing. Concentrating. Типа концентрируйся на игре или наоборот не концентрируйся на игре. У нас тут что, автобан на Аляску? Нервничай, я спешу. Да-да, едем. Так. Да я смотрю, я смотрю. Помнишь, что надо сказать? Да. Ладно, поехали. Точно. Это... Да-да-да-да-да, вот он тут болевал. Блин, жалко, а? Мы, короче, первого. Томас Анджело. Да-да-да. Я помню. Блин. Ну вот надо же так, а? И мне досталась эта работа. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает вам привет. Вот черт, а? Не ожидал. Я же описание. Говорил. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вот где парни. Черт, опять? У нас тут убийство, объект вооружен. Говорит агент. Ясно. Так, а куда нам ехать? Это федералы. Он и правда был под защитой? Эдди славится тем, что любит опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. Чуть не вляпались. Отвези меня в Кингстон, ладно? У меня там машина. А что с деньгами? Да, чуть не забыл. Эдди заплатил авансом. Так что вот твоя доля. О, хоть сейчас на этой хоть машине поедем. Переодеться бы надо. Ну ладно, на этой тачке нормально. Иди нафиг. Никто меня не видит. By way you are from any country, I think from India or Russia. I'm from Russia. You, как это сказать-то? I'm from Russia. Yes. Don't India. Ты что, дальтоник, красный же? А пофиг, красный. А where are you from? Опс. Чего это вытворяешь? Sorry, sorry. Блин, а интересно, еще есть кто-то, кто... Описание. Рост 6 футов. Да опять волосы, вы идите худощав. В задницу. Я уже все. Понял. Блин, тачку опять. Опять тачку. Блин, не хотелось бы опять попадать. А вот давай сейчас сюда заедем, заглянем. Быстренько. Квикли, квикли. Идите нафиг.
Ну. Давай быстренько сюда за... поехали. Don't want it rating. Эй, ты же на красный проехал. Да нормально все. Выходим. Желаю удачно добыть свою половину денег. Заезжай ко мне, когда закончишь. Ладно, до встречи. Приезжайте к Дерку, проверьте, нет ли у него для вас работы. Сначала мне, наверное, надо переодеться. И, а чё, я не могу... А, я его просто довез, понял. Понял. Well, I am an Arab from Algeria, and I have the honor to know you. Algeria, Algeria is very long, very far. In Russia now как же сказать, холодно. Now is cold day. Ну так, относительно, конечно. Блин, Алжир, ё-моё. MB Gamer, you understand me sometimes? Так просто интересно. I'm interested this. Не this. Them. Google Traduction. Наверное, Google Translation. Yes? Так, а мы едем вообще? Едем. Честь знать тебя. Да, я понял, Бигеймер. You translate right. Ты перевел верно. To Russia. Так, а как спросить, сколько лет-то? Забыл уже. Так, мы едем. Блин, как же охота иногда, вот реально хочется знать английский и поговорить с другими людьми, вот реально. Ну вот, вообще вот, неважно, там Алжир, там Англия, что еще. Ну вот реально хочется иногда поговорить, узнать, как вообще люди относятся к России. Оп, sorry. I don't have. Sorry. Так, мы приехали в порт. Сейчас мы посмотрим.
I do not speak English, but I use Google Translation. То есть, я зря это говорю, я понял. Don't speak English. Я надеюсь, ты переведешь. Спасибо, что смотришь. Очень приятно. Я рад, что даже в Алжире смотрят меня. Может быть, это, конечно, троллинг, но да ладно. Мы напишем. Не впадлу, так сказать. Так, окей. Блин, надо переодеться. Жаль, у него тут не переоденешься. Эй. Вито! О, спасибо, что заехал. Я знал, что ты не подведешь. Слушай. Блин, что меня сольет нафиг? Фрэнк организует совещание с другими боссами. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. Так что мне некого зарядить тут на одну работенку. Дерек, они все равно не хотят работать. Что? Почему? Потому что ты уволил того козла. Эй. Черт. Вито, другая работа подождет. Сначала поможешь нам с этим. А в чем дело? Ну, этот бездельник неделю не выходил на работу. Типа он болен. Полная лажа. Ну, я его и вышвырнул. А теперь его дружки разозлились и грозят забастовкой. Надо появиться там с парой серьезных парней, чтобы навели шухер. Придурки напугаются и думать забудут, как бастовать. Плачу штуку баксов. Ну, конечно. Кто от таких денег откажется? Ладно. Делов-то. Стой рядом и делай морду кирпичом. Асти. Увидим. О, шутинг тайм. Следуйте за Дереком. Блин, серьезные какие пацаны, ты смотри. Эти уроды тупорылые, хрен знает, что о себе думают. У меня с ними не в первый раз проблемы, блин. Знаешь, сколько их там? 3, 4, 10. Я-то откуда знаю? Какая разница? Не, я просто... И что будем с ними делать? Сейчас точно стрельба будет. Все зависит от того, как пройдут трудовые споры. Не надо мне, чтобы вы там пасти разевали. И все поняли, какие вы тупые. Блин, ну в рабочих, в обычных так. Стрелять. И в чем проблема, парни? Возьмите Большого Джона опять на работу. Тут я решаю, кто работает, а кто нет. А я вам говорю, что он уволен. Мы просто просим взять его обратно. У него семья, ему нужна работа. Я уже все решил. Ну, что я говорил? Полегче, Винни. Мы хотим уладить с миром. Мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка. А если с нами что случится, он нас нахрен выкинет, как Джона. А ну, сбавьте тон, молодой человек. Чтоб я ни слова больше не слышал про этого дармоеда. Это кто тут дармоед? На беднягу ящик упал, когда он работал. Глупость. На тебя. Ему обе руки переломало. Ну, так это его руки, его проблема. А теперь марш на работу, пока у самих руки-ноги целы. Ах ты, ублюдок! Не, ну реально, вот вы куда он... Вы меня начинаете доставать. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Зачем нам это? Я вот так не думаю. И как по мне, сейчас у вас большие неприятности. Так что, если не хотите искать работу, то чтобы через 10 минут все были по местам. Видишь, Вито? Только вопят и ноют. Вито? Ты же сын Скалеты, да? Твой отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Но как ты можешь работать на этого мерзавца? После того, что он сделал с твоим отцом? Закрой пасть, быдло. Быстро. Не слушай его, Вито. Пургу гонит. Давай, пошли. Пургу гоню? Вито, этот мерзавец убил твоего отца. Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек. Эй! Можно пушку убрать, а? Ты спроси у него, как твой отец утонул. Заткнись. В ту ночь. Ха-ха. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. А ну убери ствол от меня. Что случилось с моим отцом, Дерек? Ты сдурел, что ли? Ты кому больше веришь, мне или этим?
уже безработным. Мы с тобой давно знакомы, Вита. Подумай об этом. Почему ты был мокрый, Стив? Ты нырнул и пытался его спасти? А потому что он не хотел. Закрой свой рот! Вита, ты дал клятву. Я там был. Верность семье важнее, чем верность родным. Скажи это моей матери. Мне его убить? Нет, не здесь. Мы с ним позже разберемся. Ты меня разочаровал, Вита. Очень разочаровал. Ах ты, тварь такая. Ну, я тебя не просто разочарую, Дерек. Сейчас мы их будем убивать, короче. Твой отец... Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирного мерзавца. Ты хля, у него ствол есть. Неважно. Отлично, хорошие шансы. Давай вмажем жирному ублюдку. Так, сейчас. Ладно. Раз уж. Google переводчик. Не на русский, а на английский. Вот. Сейчас мы переведем для дорогого гостя из Алжира. Вот так. Так, все. Парни, за мной. Вы погнали. Сошли, парни. Не нужно этого делать. Вита сам справится. Лишний ствол не помешает. Вита, давай. Мы прикроем. Оп. Твари какие, блин, а? А если он ваших отцов порешит? Вы также его покрывать будете? Дебилы. Спокойно. Никогда тебе не доверяю. Сам ты делаешь. Твари, блин. Так, спокойно. Мне нужно что-нибудь другое. Томпсон, например. Так, это свой, да? Черт. Сейчас, выгляни, посранец. Так, отлично. Тут никого. Скотина, отца моего завалил. Тварь мордастая. Так, куда дальше-то? Сейчас мы с ним разберемся. Так. Блин, бежим быстрее до ближайшего укрытия. Ну все. Черт! I'm back. Отлично, хорошие шансы. Давай опять? Жирному ублюдку. Так, окей, парни, окей. За мной. Вы с ума сошли, парни? Не нужно. Лишний ствол не помешает. Вита, давай, мы прикроем. Иди сюда. Gear Rombo here. Помните из Mortal Kombat? О, еще пацаны приехали. Так, изи. Ты глянь, они еще и... Thank you, окей. Okay.
Блин, чую, разыгрывает меня кто-то. Уже так разыгрывали. Правда, я играл в World of Tanks, а не в Мафию. Ну давай, покажись еще разок. Покажись. Я ж тебя не добил. Черт, уродец. Ладно, погнали так. Ну, где ты там? Ого. Да ты крут. Блин, опять слева. Слева наверняка. Отлично, так, я когда-нибудь убью этих засранцев. Давай смажем жирному ублюдку. Так, парни, за мной. Вы с ума сошли, парни. Лишних пол не помешает. Оружие, давай. Мы прикроем. Да где вы прикроете-то? Вы только здесь, отсюда. Отсюда только можете. Меткие заразы. Все. Very accuracy. Черт, а? Shit. Так, завалили. Блин, нет. Так куда ты? Чё, всё? Отлично. И где? Черт, ну все, погнали. Они тут все сдохли. А может наверх можно зайти? Нет? Он же наверняка в офисе там сидит. Говнюк этот. Не, нельзя. Нельзя. Ну что ж, ладно. Я понял вас. Решил, что можешь просто нахрена не делать и хвататься. Блин, как они метко стреляют, а? Так, а кто там стреляет этими самыми? Блин, вон он, козел. Тихо. Кто там стреляет этими всеми? Да чтоб тебя. Яблочко. Спокойно.
Изи-изи. Ты делаешь самую большую ошибку в своей жизни. Ну давай. Черт. Ну покажись еще разок. Скучаешь, попасть? Не волнуйся. Скоро встретимся. Фак. Ну что отлично, такое? Хорошие шансы. Давай вмажем. Сам виноват, конечно. Так, парни, за мной. Вы с ума сошли, лишний ствол не помешает. Это, давай, мы прикроем. Черт, аптечек-то нету. No medicine in this game. Блин. Окей, окей. Сейчас придем. Блин, а чё так резко-то? Кто еще? Ну, come on, guys. На всякий случай сюда еще. Все? Все вылезли? Не, ну я такую неплохую шаболду-то развалил. Вначале. Надо, короче, побыстрее их разваливать и все. Давай попробуем с этой стороны. Решил, что может нахренать дел и смотаться. Что еще можно уладить? Сволочь. Когда мы с тобой растем, пойдешь на корм крыса. Спокойно. Изи-изи. Ты здесь сдохнешь, Витро, как твой папашка. Погнали. Яблочко от яблони, да, Витро? Черт бы вас побрал. Знаешь, что с тобой будет, когда об этом узнаешь? Черт возьми. Так, сюда когда добежали. Мы с тобой разберемся, пойдешь на корм крысам. Окей. Крыса так крысы. Ты здесь сдохнешь, Витро, как твой папашка. Подыхайте, твари. Все что ли или не все? Ты что себе думаешь, Витро? Решил, что можешь просто нахреначить дел и смотаться? Знаешь, что с тобой будет, когда об этом узнаю? Все что ли? Я готов? Всю жизнь старался не повторять ошибки отца. А теперь оказалось, что я иду за ним след в след. Но хорошо, что я наконец узнал правду. Да и смерть Дерека помогла решить еще одну проблему. Блин. Коктейлей надо взять. Всех. Обыщите кабинет. Сволочь. Пузатая, блин.
убил моего отца. I will always follow you. Окей, окей. MB Gamer. Так, и чё, чё тут искать? Деньги. Деньги с хорошо. Изи мани. Я нашел пенсионный фонд Дерека. Ха-ха, пенсионный фонд. Чё тут еще есть? Ничего больше нет. Ничего, походу, да? Ну что ж, ничего так ничего. О, рабочие работают. Дальше мы сами справимся. А как же копы? Да, могут быть проблемы, но все свидетели поклянутся, что это была самооборона. Тебя тут не было. Отлично. Тогда удачи. Иисус, Мария, Иосиф, да поможет вам Бог. Погнали тогда. Так. Никого не давим. Потихонечку. Потихонечку едем. Опс. А куда нам вообще надо ехать-то? Заработайте для Бруно. 27500 баксов. А каким образом? Тачку сдать? Это мастерская. Подождите. Дом, магазин оружия. Квартирка Джо. 27500. Не, ну можно тачку сдать, да? Свалка бруски. Давай тачку сдадим, чё нет-то. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Иди нафиг. Понял. Погнали отсюда. Быстренько. Пока они там не очухались, не опомнились. Блин, так и будет за мной ехать и стрелять по мне. Опс, сори. Погнали. Газу. Так, надо машину сменить быстро. Надо быстро сменить машину. Тут перекресток. Но копс. Сейчас что-нибудь придумаем. Стрелять по мне. Не, ну нам надо оторваться и побыстрее. Блин, да откуда вы взялись-то все? Откуда вы все взялись? Бегом. Нужно оторваться от копов. Купить быстро одежду. Yes. Хотя я не понимаю язык, но мы геймеры не нуждаемся в языке, потому что мы можем понимать друг друга.
MB Gamer is the gold words. Золотые слова. Gold words. Really? Gold words. Так. Давай-ка вот эту возьмем. Дорогую машинку. Нормально? Никто не пострадал? Отлично. Не знаю, знают ли в Алжире золотые слова, но gold, я думаю, знают. Так, чё, едем тогда, сдадим тачку. Быстренько. Дадим тачку, и все будет норм. Нам надо только... А, кстати, там в этом нельзя продать сразу тачку? Если допу... Тихо. Аккуратнее, аккуратнее. Нормально, нормально. Не, ну а по-другому, а как еще заработать? Только вот тачки сдавать. И все. Я уж не знаю, сколько он там. Сколько там нужно-то? О, май гад. О май гад. I'm crashing the car. Перейти к механику, изменить номер автомобиля. Ну-ка. О. За сколько он? Грабьте магазины или угоняйте машины для бруски. Не, ну магазины я не хочу грабить. Чё там он? Чё, как тачка? Ну? Я же жму Е, алё. Ты чё? Блин, ну давай ещё раз. Неужели этот глюк? Поговорите с Майком. Чё, не так что ли чё-то? Не-не-не-не-не-не-не. Это, короче, пресс, точно. Это не та машина. Не туда надо. А куда ее надо загнать-то тогда? Bebop, stop spamming symbols. Окей. А куда ее деть-то, машину-то? Какой-нибудь гараж или чё? Я забыл. Я реально забыл. Не, ну не буду же я её... Это самое. Так, ладно. Сейчас, секундочку. Секундочку. Секундочку, секундочку. Сейчас мы кое-что посмотрим. Просто
вдруг тут глюки какие-то, возможно, были. Под пресс. Все, я понял. Все-таки под пресс. Ну, раз под пресс, значит под пресс. Тогда, значит, на свалку. Жаль. Раз под пресс, значит под пресс. Жалко. 427 баксов. 26 26 30 27 500. Чё ж, погнали. Погнали, тачки. Тачки, тачки, тачки. Будем задвигать. What is the problem? MBGamer, it is a spam bot. Nightbot is a spam bot. Okay, understand? No problem, no problem. Так. Чё, погнали, где тут тачки? Быстренько, сейчас. Вон стоит какой-то аппарат. Сейчас мы его тоже угоним. Смотри-ка. Это вообще даже свободно. Сейчас свободно. Вообще классно. Погнали. Не знаю, загонится ли вот эта вот херня под вес или нет. Не, ну блин, нахера под пресс-то отреставрировал тачку и все. Интересно, она загонится под пресс, нет? На выход с вещами. Ё-моё. Бедная тачка. 400 еще баксов. Так, 700. Ну, еще два раза, походу. Два раза. Че ж, погнали. Сейчас еще какие-нибудь тачки. Не, погнали сюда. Сейчас мы быстренько. О, еще одна тачка есть. Смотри-ка. Мы же только что тебя отвезли. Класс. Все равно это лучше, чем угонять какие-то херню. Погнали. Не, ну магазин грабить не хочу. Это мелочно. Да и зачем бедных продавцов, малый бизнес у нас и так душит? Зачем? Бедных людей, бедных предпринимателей, бизнесменов обирать. Мы лучше, вот, машина, это все херня. Это не. Стоит бесхозная. Ну? Чё ты? Чё, я не загнал, что ли, или чё? Что заблокировал? Так что? О! Одна машина осталась. One car. One car. Блин, я не знаю, понимает ли мой алжирский друг.
One car and I have to go. Надо идти. Окей, MB Gamer. Thank you for watching and до скорой встречи, как же это сказать-то. Goodbye. Возьмем вот это вот. Quicksilver Windsor. Погнали. We meet in another beat. Say your name, MB Gamer. I'm interested. Раздавите машины. Bye, bye. Okay, goodbye. Накопили, вы собрали достаточно денег, отправляйтесь в Джо. О, погнали. Кстати, не больше, чуть больше 400 стоит легковушки, грузовая стоит 400 ровно. Странные ценники, по идее грузовая там же больше металлолома. Ну погнали, сейчас какой-нибудь тачел-то угоним. Ну, она опять стоит. А мы возьмем какой-нибудь вот из этих. Они, по-моему, одинаковые, что та, что и это. Не. Лучше вот это, наверное. Ну. Так, уехала. Отлично. Ну и погнали потихонечку. Помаленечку. Блин, даже в Алжире. Не, неужели реально с Алжира? Я потом... Кстати, надо потом будет посмотреть по... Этим самым, по... Статистике. Неужели реально с Алжира чувак пришел? Что-то мне не очень верится. Но поверим. Всяко бывает. А то я помню, в World of Tanks, когда играл, меня разыграли тоже. Ну, это как разыграли? Я, в принципе, особо и не велся на это, но пытался отвечать. Ну, а что, если он со мной по-английски разговаривает? Чё же мне, приходится по-английски, приходилось по-английски отвечать. Так, аккуратно, тут копы. Копс. Чё-то Артём... Монет. Ага. Так, чуть-чуть остался. А, вот, кстати, вот он, Джота. Чё я? Засмотрелся. Засмотрелся. Красивый вид. Да еду я, еду. Спокойно. Подумаешь, там чуть-чуть не получилось у меня. Блин, тачку всю разгромил. К чертям. Куда он? Второй этаж и туда, хорошо. Блин, нам немножко Джо надо. Так. Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает, и пошел перекусить. Завалили его теперь. Два часа спустя Джо так и не пришел.
Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. Да капец там теперь. 6 часов спустя. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? Спросите Эдди, знает ли он где Джо. Эдди. Ну, пойдем. А мы, кстати, можем его тачку-то взять? Нет? Сейчас. Еще вот так вот сделаем. О. Надо на какой-нибудь быстрый тачанчик. Правильно я думаю? О. Возьмем. Эта машинка классная. Быстренькая. Faster car. Да спокуха ты. Блин. И реально, игра преподносит сюрпризы в том плане, что думаешь, что сейчас все будет окей, нормально, а тут хоп. Одного убили, второго. Эдди. Эдди Скарп — это тот вечно жрущий чувак, которого, как сказать, которому мы труп хоронили. Хорошо, на красный свет тут эти не тормозят. Опа, а то, блин, задолбался бы. Я не пойму, а вроде у меня под... Это вот подписчик, но... Ага. Ладно. Просто думал, почему у меня не отображается, что кто-то подписался. Должно, по идее. Так. Вито! Ну, наконец-то. Ты слышал, что случилось? А что случилось? Генри мертв. Что? Китаёза его прямо на куски порубили средь бела дня. Почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Генри дурак. То есть был. Решил поторговать наркотой с китайцами. Знал же, что дело запретное, но попался. Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски... Посреди парка. Черт, нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Да врет. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карло сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Этот Эдди что-то знает по-любому. Он всегда держит нос по ветру. Проверьте у Джузеппе. Когда человек... Вот я вам лайфхак даю по языку жестов. Небольшой. Если человек во время разговора держит руку около рта, значит, он врет. А этот Эдди, он врал, он наверняка знает, что мы замешаны. Он просто нас в воде пытался вывести на чистую воду, чтобы мы сами сказали. Но с другой стороны, если бы он точно знал на 100%, то мы бы уже, наверное, либо отстреливались, либо уже сдохли. Так что как-то так. Джузеппе.
Погнали, Джузеппе. Я забыла, кто это вообще. Уже за в то время, пока проходишь игру, забываешь вообще, как тут героев зовут. Джузеппе, Джузеппе. Хардвайр. А, это тот, который нам пушки продавал. А как к нему зайти? С тыльного входа, кажется. Да, 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 точно. Тот, который нам анекдоты травил. Он где-то внизу должен быть, по идее. Нет? Эй, Джузеппе, я ищу Джо Барбара. Он был тут сегодня? Алло, Вито. Да, Джо заходил. Здорово, я весь день его ищу. А он не сказал, куда направляется? Нет, и сдается мне, он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Нон-Лосо. Может, в Мона Лизу? Это их бар. Черт. Что-то не так? Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Буана фортуна, Вита. Так, а у тебя что, есть что? Коктейль. Что у тебя тут есть еще? Отмычки. Магнум. 140, 27 тысяч. Кольт у нас есть. Все, что ли? Слабенький ассортимент, ладно. Так, тачку мою никто не угнал. Тачка моя, ага, стоит родимая, хорошо. Так, что у нас тут со стримом? Посмотрим. Все окей, все работает. Все работает. Да. Все нормально. Погнали. Ну что ты делаешь? Вот куда ты побежал? Дебилоид. Ну вот реально, сам взял, подлез, подставился. Потом копы за мной придут. Сел тупой. Ух, чую, нас раздерут все эти. Эти скарпы и прочее. Здесь ты мне не врешь. Да знает он все, раз он такой. По нашему лицу тоже было понятно, что мы в курсе. В курсе этих дел. Лиза. Паркуемся как мудак, но ничего. Я думаю, перетерпится. Стоять, и может не убью. Привет, опа, парни. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не шевелись. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить, Вита. Так, во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. И без глупостей, пожалуйста. А то у бармена пальчики подрагивают, а? Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришел, Вита? Мы тебя не ждали. Я ищу Джо Барбара. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы с Джо тебе ничего не сделали.
Мистер Винчи думает иначе. Он хотел получить объяснение. Их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти пушки говорят, что хочешь. Но не волнуйся, там отличный вид. Сволочь. Но с другой стороны, а чего мы ждали? Черт. Какого хрена, Джо? Придурки пошли отлить. Клево. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, что у него под носом, и надеется, что я ему покажу. Идиот. О, сладкая парочка уже здесь. Добро пожаловать, Вита. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать. Не с чего? Не с чего? Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно ополоумели. А теперь желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка. Так а мы тут при чем? Я слишком стар для этого, так что будь добр. Расскажи, что за хрень происходит. Ну, я весь внимание. Мистер Винчи, ну, я без понятия, что происходит. Поверьте. Мы с Джо тут ни при чем, правда? Это не то, что я хотел услышать. Ну так это не наша проблема. Потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Тварь. Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай помогай, один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Оба-на. Так его. Мать твою за ногу. Где оружие-то? Так, где пацанчики? Блин, где тут тусят? Это что за шум? Спокойно, тут я тусил, чувачок. Кого ты там отстреливаешь? О, найс шутинг. Так. Чё, куда нам бежать-то? Наверх? Сюда куда-то? Блин, чё-то ничего не понятно. А где наш напарник? Тут вообще пусто. Походу, наверх. Не. Тут нечего делать. Чё ж, погнали. Значит, вниз. Стоп. Пушкарь. Ах ты сволочь такая. Где еще? Пока нет никого. Когда ж ты сдохнешь? Вот тебе, подонок! Поехали!
Давай, Юль, читай, покажи личко. Стоп. Офигеть. Блин, у нас 4 патрона осталось. Джо, не хочешь патронами поделиться? Так, это все, конечно, хорошо, но... Блин. Патронов дайте мне. О, кольтик взяли. Заряжай. Все, теперь можно дальше воевать. Где там вороги? По жопе ему всадили. Он живой еще. У него, конечно, в жопе пуля-то горит, но он еще живой. А, нет, нифига не живой. Иди вперед! Я прикрою. Давай. Пока нет никого. Куда это ты попёрся? Я тебя отправлю в лучший мир. Пистолетик уронил. С магнума, что ли, пострелять? О, а то он там продается за кучу побочек. Не, ну магнум хорош, убойненький. Блин, тох, там еще лестница-то будет. Как мне это понравится? Хорош только. Давай! Сам себя, что ли, поджарил? Друган. Их там много. Прям реально дофига. С одного выстрела меня развалил. Так, а, ну тут нормально. Куда это ты? Лежать. Наверное, пока останемся. Останемся, наверное, пока здесь. Этим пестиком. Как тебе это понравится? Давай! Блин, не видно там ничего. Вита, иди сюда! Тут можно выйти наружу. Спокойно. Покажи бошку свою. Блин, да где ты там прячешься, скотина? О. Куда едешь-то, ушел? Магнума творит чудеса.
О как. Ой, молодец, Эдик. Что-то не туда залез. Стоп. Взяли Томпсона. А может лучше с дробашом походить? Да, попробуем. Куда идти нам? Блин, прожектор еще светит. Так. Куда идем-то, друг? Сюда, что ли, куда-то? А, вот лестница. Вниз. Аккуратнее. Сейчас кто-нибудь тут вылезет. Я прям чувствую. Вот сохранение. Здесь надо что-то менее мощное. А как он меня достал? Хотим. Так, минус два. Тихо, спокойно, Эдик. Так. Теперь мы спириваемся сюда. Ого. Такс. 16 патронов. Уродец. Ждем. Фига себе. Не, ну тут еще не все наверняка. Так, Джок, крой меня, если что. Так, там какой-то хрен был. Выберите здание вместе, Джо. Я руки делал, потому так поздно, почему стримов не было. Давай, ну, греби сюда, Вита. Был занят. Поэтому и не было. Все отлично. Вида, зато, Артём, ты ничего не пропустил. Они меня здорово отделали. Кажется, мне нужен врач. Ладно, ого. Сейчас доставим тебя к Эль-Грека. Так. Нужна тачка. Пойдем сюда. Ты идешь? Идет. Вон какая-то стоит, давай еще. Блин. Стой, не дергайся, не дергайся. А то сейчас эти засранцы нас тут запалят, что мы. Вон еще коп стоит. Подальше надо отойти. Так.
Отлично. О, инкассаторская тачка. Интересно, ее можно грабануть? Грудь болит. Вздохнуть больно. Они мне ребра переломали. Полегче. Эль Греко тебя починит. Да, конечно. Ой, блин. Кашлю. Будто мне каждый раз перо под ребра вгоняют. Чем больше дергаешься, тем хуже тебе будет. Слушай, Вита, спасибо, что пришел на помощь и рисковал своей шкурой. Мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. Да, и базару ноль. Уже, пока ты мне все штаны кровью не залил, а то правда придется перо тебе всунуть. Нашел, мать твою, время комедию ломать. Артем, ко мне тут какой-то алжирец заходил. На ломном английском со мной общался. Я с ним общался на ломном английском плюс русский. Я знаю, только мне не очень верится, что это реально был из Алжира. Потому что меня так один раз уже, ну не то что разыграли, но уже так писали. Что, мол, я там английский, все дела, я с ним пытался общаться. В итоге потом признался, что он все-таки русский. Подколол. Меня решил. Хотя, ну не знаю. Как, Артем, твой бизнес? Кассатор можно грабить, но там мало денег. Ну, как бы они мне сейчас уже и не нужны. Не, ну так, если вот закончим играть, да, то, допустим, можно было попробовать и копов поперестрелять. И инкассаторов пограбить, магазины и так далее. То есть вообще рэкет как капитальный устроить. Ну, как бы сейчас они не нужны. Я денег тут на тачках заработал. Помочь? Не, справлюсь. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. На Влада Листьева похож. Что с вами случилось? Привет, Люк. Мне надрали задницу, и я харкаю кровью. Да что за день такой? Тут еще один из ваших. Кто? Его зовут Антонио Бальзамо. Тони Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь, смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончится. Кто следующий, ты? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да, но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно, заходи. Главное, уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вита. Спасибо. Конечно. Поправляйся. Рассчитайтесь с Бруно. Ох, чую я. Дельц-то не выгорит нифига. Бизнес пока идет, уже обменял 10 рублей, 10 пушек на человечка за 130 рублей. Ну, у тебя навар 120 рублей, короче, да? На французском бульваре продаются. Так, аккуратнее. Надо подождать, пока эти все термоеды проедут. Я бы тебе, Артём, посоветовал еще что-нибудь параллельно поделать. Так ты много не наваришь. Ну, молодец, начинающий коммерсант. Смотри, скоро налоговый к тебе придет. И заставит тебя налоги платить. Ну, сначала оштрафуют за то, что ты их не платишь, а потом заставит тебя платить налоги. Не серьезно, у нас сейчас так. Либо ты налоги платишь, либо никакого бизнеса. Так. Че, мы доедем или как?
чуть-чуть осталось проходить. Дело ближется к финалу, но, блин, Генри завалили. Китайцы сраные. Джо тоже пытались убить. Они не узнают, где я живу. Ну, Артём, такие дела, знаешь, как делаются. Узнают, не узнают. Есть ловля на живца. Возьмут, подговорят кого-нибудь. Заснимут на камеру и поймают тебя с поличным. Ты чё ж, в фильмах не смотрел, что ли? Не узнают, где я живу. Сейчас век цифровых технологий. Вон говорят, что телефоны за тобой следят, и камеры все записывают. А Windows 10, на который я вообще не хочу переходить, она вообще все фиксирует абсолютно. И, типа, мол, почему ее бесплатно раздают, Windows 10? Ну, раздавали одно время. Потому что она всю информацию о пользователях собирает. Куда ты заходил, на какие сайты, какие программы запускал. Передает наверняка информацию там с микрофонов, с видеокамер. Даже если они у тебя выключены. По-разному бывает. Так. Сюда, что ли? Нет, не сюда. Так, я вроде не в розыске, значит, все окей должно быть. А, вот, сюда. Блин, забрался, черти куда. Эй, мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну заходи, тебе повезло, мы уходить собирались. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Да офигеть. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. Я только что хотел сказать. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. Чё ты сказал? За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Так, все, глава закончена, походу. Или нет? Да, глава закончена. Так. Я не мог заснуть. Дела шли паршиво. Привет, Илья Евдокимов. Грозили стать еще хуже. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фальконе. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Угу.
Последняя глава. Да, Артём, мы её пройдём завтра. Сегодня проходить не будем. Хватит пока на сегодня. Так. На XP лучше сидеть. Ну, как знать, на XP. На XP сейчас много чего не поддерживает. Ты не сможешь новую версию браузера поставить и так далее. Вот, поэтому сомнительное удовольствие. Говорят, что можно на Ubuntu. Она бесплатная, мол, и таким образом не делать. Но извини меня, на Ubuntu это операционка семейства Linux, наверное, ты знаешь. На Ubuntu тоже не все поддерживается. Опять же, большинство программ для Windows делается. Так что тоже не вариант. Поэтому приходится иметь то, что имеешь. Так, ладно. Сегодня с прохождением Mafia 2 мы закончим. Где-то в течение там получаса-часа. Наверное, часов 9 начнем. Еще один стрим. Вот. Ну а с Mafia на сегодня все. Да, часов 9 начнем. Так что приходите, ставьте обязательно лайк, подписываемся, кто не подписан. Ну и до следующих стримов. Пока.